11 января депутаты Законодательного собрания края и глава района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетили Львовское сельское поселение. Совместно с районными и местными специалистами осмотрели социальные объекты. Проверили Львовский дом культуры после ремонта. Ранее здесь провели работы по отделке фасада здания и ступеней. Директор учреждения Нина Головко провела экскурсию для гостей. Осмотрели холл, хореографический класс и музейные комнаты. Далее посетили Львовский универсальный спортивный зал. Его торжественное открытие состоялось в прошлом году и стало настоящим подарком для жителей поселения. Теперь они могут заниматься спортом и достигать новых вершин.